Я в 50, у меня просто ник поменяю на большая русская бабушка, и, по-моему, это будет очень круто. Хочется побольше такого, прям чего-то прям сексуально-адреналинного, понимаете? Ух, сейчас вы, конечно, телочку встретите. Когда тело ее показали, конечно, вот прям вот такая прям сучка видно, прям паучиха, круто. Прям Хидетака Миядзаки красавчик. Так, я не понял, где аплодисменты? Лично вам нравится, когда я матерюсь. Я вот не люблю, когда я матерюсь. Это плохо. Мне дети смотрят. И не только дети. Какая у меня девчушка-то классная вышла, а? А? Офигенная? Офигенная. Вообще. Что-то интересненько. Ох, как там интересно-то все. Куда это нас привезет? О-о. А что я сделал? Ух, ёшкин ты кот. Ой-ё. А зачем я трублю в два колокола? Я уже в два колокола протрубила. Что это означает? Вот второй колокол, и что? Кто-то там стоит. Ой, я какого-то великана разбудила. Чувак, прости, я не хотела, правда. Пошли дальше. Что хотела еще, интересно? Я поняла, это открыло путь... Все, там, где... Где кузнец, короче? Как она мне нужна? Обманщики? Да? Вот 100%. Нет. Блин, опять тут хрен стоит. Фу, мне не нравится. А, с ним поговорить можно? Я сейчас тебя... Нет, я не прислуга. Блин, ну давай еще раз поговорим. Ну давай поговорим. Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. А, нет, боже, блин, только нет, я теперь червяком стану, да? Это червяком стану, господи, у меня укуси ее, блин. Ты же этого теперь червяком станешь? Нет, нет, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Козел. А, привет. Ты не хочешь с ним разговаривать? Я тебе плохая, да? Ну, окей. Нужно бегство, а что там? Окей. Мне наоборот, короче, меня впустили. Но выпускать не особо. Не выделываюсь. И здесь хорошо. Здесь классно. Это я не понимаю, ты добрая или ты злая? Ты странная. Мне тебе какой-то знак нужно показать? Нет? Там. Йоу. Не работает. Черный шитый золотом капюшон, черный шитый золотом плащ, черный. Типа мне это боюсь не поможет, или что? Что происходит вообще здесь? Что это вообще за доспех? Одежда ведьмы Квиланы из Изолита, матери пиромантии, дочери Хаоса. Она носила эту сшитую золотом черную накидку. Обеспечивает надежную защиту от огня, ядов и других опасностей.
суицид. Да как бы да. Это был паркур. Очень интересная площадка для боя с этим боссом. А, все, я теперь тебя увидел. Это вообще был какой-то страшный, непонятный, вообще хер понял, что это делать. А, я не знаю, мне кажется, что мне необходимо какое-то кольцо для войны с ним. Как бы я предполагаю, что мне нужен какой-то предмет. Потому что он меня прям ваншотит. Если я правильно понимаю логику как бы игры. А, ничего не надо. Просто, в принципе, дайте последний раз попробую, если может мне нужно как-то поворачиваться. О! Я еще жива! Давай на равных, что ты как это? Сюда иди и будем биться. О, ништяк. Если бы я еще не храню. Конечно, тебе очень скромный удар наношу, я могу сказать. Не так, конечно, я прям не так ушумела, не понимаю. Все нормально, тактика, в принципе. Если он как мне пылать не будет. И меня не валит, так, пожалуйста. Что, не достанет? Я тут. Любимый! Ужин готов. Роллтон на столе. С перчинкой, как ты любишь. Ну давай! Я жду! Скотина, как ты мне так достаешь? О! Пошло дело! Пошло! Вообще, я тебе очень небольшое наношу. Количество урона. Меньше, чем я бы хотела. Любимый! Сейчас я под это к нему и нормально. Сейчас я буду ништяк. Где мои штаны? О, штаны большие. Это что? Пожалуйста. Тебя что не устраивало в наших отношениях? По-моему, все отлично. Договорилась, да? Что-то я потеряла с ним контакт. Наш идеальный контакт. Прерва. О, давай. Души. Ух, ёшки, вот я что-то натворила. Чё, мне не сказали? Всё. Новый уровень. А мы сейчас... Ладно, ещё нужно. Да, а я теряюсь в загадках. Люблю теряться в загадках. Люблю файтиться. Так, всё? Да.
да. Мой идеальный доспех создан. Кто-то там бегает, мекает. Чё бегает, чё мекает? Ёшкин ты кот. Ха-ха. 8 боссов первых стоят. Угу. Я там еще одного чупакабрика вижу. Интересно, я успею? Я, давай успеем, а? Это всего лишь какая-то хрень. Ты классный. В ад попал. Вот прям реально в ад какой-то. Такие прям демоны все. Такие прям... Я тебя заподставлю, нет? Ты какой-то странный. Что за жарко так стало? Я не хочу туда пока что, подождите. Собачек, мне надо собачек. Как тут все прикольно. Дубай в июле называется. Иди сюда. Пацаны! Чё вы тут все такие компашками-то ходите? Чтоб ты свалился. Хочу, чтоб ты свалился. Ой! Ой, привет. Сейчас. Костер там я вижу. Вот Dark Souls самая жесткая игра, тут даже за костры нужно бороться. Не на жизнь, а на смерть. Какое-то страшная субстанция висит на этой стене. И чувствую, что она как бы ни разу не мертвая. Ты классненький, большой. Пожалуйста. Херня попалась на мою жизнь. Что-то в себя сделать. Так, сейчас подожди, сейчас что-нибудь найдем. Вася! Тащи стрелы! Мочить будем. Ты учитывая, что я же не играла в... Вот эта игра, так скажем, была... Ого. Ну, я имею в виду, ремастер — это первая игра Dark Souls, которая, в принципе, играла в смысле первой части. Поэтому для меня, естественно, стоит свой день, потому что есть очень интересные моменты, которые... Если в третьей части они являются уже последствиями, да, то ты здесь понимаешь какую-то исходную составляющую, откуда какая-то легенда началась, история и все остальное. Я думаю, что в Demon's Souls тоже есть такие очень много моментов. На плойке играю, на плойке четвертый. Вот, очень много моментов, которые... Ну, опять же, если тебе нравится сама история, сама серия, то я думаю, что она не жалко. Я, в принципе, никогда не жалею. И куда ты пошел? Он орёт, как Урса из Dota 2, когда ульту юзает. Ну, чили так орёт. Там еще один, вы что, серьезно? Ёлки, ты кот. Все, мне с тобой неинтересно уже драться. Мужчина! Не просите мой номер телефона. Блин, мне это очень напоминает Обливион, когда ты во врата попадаешь, ада. Ну, чё, блин, давайте уже последнего этого демона завалим. Посмотрим, что он там охраняет. Слушай, я так тебе и слуг завалить могу. Вы меня, конечно, извините, но учитывая то, что у меня оружие сломано, я уже хочу все прочистить и потом уже побежать к этому боссу. Ну, на войне выживают различными средствами, так что... Экскюзима! А лук — это вообще мое любимое средство. Ну и раз он, в принципе, не особо против, как бы, знаете, я могу сказать, в этой ситуации... Вы же все равно мне джойстик не отберете, ребята. Могу пользоваться, так сказать, преимуществами в данный момент. Там свет какой-то охренительный охраняли. Я думаю, что еще минута, точнее секунда. О, ништяк. Люблю луки. Ох ты ж, боже ты мой. А ты одна такая классная или там еще будут? Нет, я из-за тебя не умру. Да, такая, типа, что ты от меня хочешь? Что там должно такого лежать, что 4 сразу? Вообще, вы чё? Вы там нефть спрятали? Еще чуть-чуть. Я даже не представляю, что в этом сундуке должно быть такого прям, ну просто, я не знаю. Все? Я могу до этого гребаного ящика дойти? То есть вот почему зачем я страдала. Большой огненный уголь. Ой. Да. Уголек необходим для улучшения оружия до +5, до +10. Да сейчас.
Размечтались. Нормально я всех отречитатила, тут я вам могу сказать. Я вот такая вот странная женщина. Блин, капец, мне эта локация Обливион напоминает. Прям вот как будто бы 10 лет назад я нахожусь на вратах закрывающегося Обливиона. Еще круто, знаете, там было в конце, когда на вершину башни поднимаешься, вот это вот огненный камень ты забираешь оттуда и рушишь всю территорию. Ой. Что? Я нахрена сюда пришла? Закрыта волей великого повелителя. Давайте сюда этого гребаного великого повелителя. Я сейчас самоустрою. Я нахрена здесь столько времени торчала? Вы что, офигели? Так, администрацию мне сюда, быстро! Кто у вас тут главный, я не поняла. И это все было зря? Ой, блин. А, чё, я криво. Короче, ничего не буду говорить вам. О чем говорить? А, нет, пацаны, не надо, все, я больше не буду ни у кого тырить семечки, клянусь. Все, ухожу. Вы меня больше не увидите вообще никогда в жизни. А, я не пойму, это мой монитор в реале трясется. Спасибо. Я до нахер доберусь. Нет, доберусь. Да ёпара СТ, ну серьезно, ну нахера эти доспехи? Они не стоят того. Камон, вы что, вы издеваетесь, что ли? Звездец. В чем прикол абсолютно, я не понимаю. Ладно. Просто, блядь, какой-то вообще ни о чемный лут. Вот эти приколы я вообще понять не могу. Я долго должна бегать вокруг них. Я просто не хочу их убивать, потому что это будет тоже очень долго и спокойненько. Чтобы они мне мозги не трахали. Поехали. Я не пойму, здесь какое-то кольцо специальное нужно. Я просто так херня страдаю. Я вообще ни до чего там добраться не могу-то, в принципе. Блин, ну неужели это все забрать нельзя так? Нахрена это все лежит тогда? Чтобы, ну, искать специальную чупакабру, чтобы она тебе не дамажила? Где логика? Она есть вообще? Ему не поставить что-то нужно. Может превратить камень в раскаленную, посылать огромную огненность шар хаоса. Сила и выносливость. Нет, мне это вообще ничего не поможет. Блин, я хочу забрать эту всю хрень. Что происходит? Что на экране вообще? Почему они такие? Образом. Если там реально лежат доспехи этого раз, два, три. Это херня. Вот вообще не стоит абсолютно. У маразма должны быть какие-то границы. Да их долго убивать. Я не хочу. Мне кажется, мне это очень. Конечно, могу попробовать. Я затрахаюсь их убивать. До хера просто. Их наставили столько, что дай бог. Пройди, потому что ты какой-то гемор один из этой локации. И нихера интересно. Там нихера интересно, от этого лука не будет. Лута, точнее. Просто застрять на какой-то херне. Как бы хочется пройти, но... Если бы это было сейчас очень весело, что, знаете... А, ой, мне ж нету стали, батюшки. Все херня. Васек, давай заново. А, я думала, что ты так сказал. Ой, больно. Чё? Где семки? Давай наяривай. Тебе. Тебя тут лохом назвали последним. Ну? Ты умеешь. Это, по-твоему, удар? Вот это удар. И вот это тоже удар. Ну что, двое осталось. Ой, какие-то звездочки падают. О, да! По твой кардан. Куда ты пошел? Куда ты пошел? Люли, получается, на этом месте. Нормально. Господи, слава богу, спасибо. А, теперь второй момент. Если я сейчас не успею забрать этот лут,
Все это было как бы зря. Ну окей, хорошо, я сейчас надеваю огнеупорные доспехи. Это типа меня спасет от огня? Сейчас проверим. Так, что у нас от огня? От огня вот эта хрень у нас идет. Нет. Короче, сейчас бессмысленно этой херней заниматься, я правильно понимаю? Кольцо, которое мне позволит ходить по лаве, и, соответственно, после этого можно будет забрать этот лут, да? Да.